Управление энергией важнее, чем управление временем. Потому что время у нас у всех одинаково, 24/7, 365 дней, пока мы живы. Только мы умерли, у нас ноль. Я использую очень много техник, как, например, кайдзен планирование. Основной смысл кайдзен планирования заключается в управлении энергией через управление вниманием. Потому что внимание – это тот краник, через который ты поливаешь энергию.